Мы находимся в отеле Caribbean Bay, отель 3 звезды. Находится в Эль-Аренале. Вот так вот выглядит инфраструктура рядом с ним. Тут супермаркет сразу же, магазин сувениров и так далее. Также все кафешки, бары, рестораны также рядом. До пляжа 100-150 метров буквально. Вот сейчас посмотрим холл отеля. Это вот ресепшн. Там сейчас кто-то регистрируется. Вот тут вот находится ресторан. Вот, ну, туда вот вниз нужно будет спуститься. Отель работает только на все включено. По анимации. Анимацию можно расписание посмотреть здесь. Это вот вечерняя анимация. Вот различные викторины по дням недели, караоке. Вот. А также есть и йога, там, дартс, какие-то активности у бассейна. В общем, все это есть. Вот. Ну и вот так вот выглядит небольшая релакс-зона на 10 этаже отеля. Здесь вот можно насладиться видами с крыши, позагорать в одиночестве. И здесь еще очень шикарный вид на море, вот можете обратить внимание. Смотрится очень красиво. Вот это вот все Эль-Ареналь. А вот там дальше Пальма де Майорка. Достаточно близко от Пальмы находится курорт. И обратите внимание, какого цвета вода. Она действительно такая лазурная и очень-очень чистая. Ну и пляж буквально 100-150 метров, вот как можете видеть. Очень близко. Заход пологий. Вот, есть лежачки, можно арендовать за доплату, примерно 15 евро, два лежака и зонтик. Ну вот так вот выглядит вид стандартного номера. И вот, собственно, сами номера. Номера достаточно старенькие, в этом году реновации не планируются, но все достаточно прилично. И вот, вот так вот выглядит. Есть вот умывальные принадлежности, ванны, фен, туалет, душ и полотенце. Так, вот это вот большой зал для анимации. Здесь тоже различные активности проходят. Вот есть бильярд, аэрохоккей, но это за доплату. А вот бар. Бар включен. Концепцию все включено. Ну и мини-футбол еще есть, нужно сказать. Томаты различные. Здесь вот информация туроператоров, в том числе Annex Tour и TUI, ну и по экскурсиям.